С авариями на кировских дорогах сотрудникам ГИБДД помогают водители автобусов. Ровно неделю назад на них возложили новую обязанность – следить за порядком на проезжей части. Сегодня водители общественного транспорта показали, как работают по-новому. Подробности у Ирины Сырцевой. 800 автобусов и троллейбусов в Кирове снабжены вот такими камерами. Видеорегистраторы уже давно популярны среди российских водителей. Благодаря записям разобраться, кто был прав, кто виноват на дороге в случае ЧП, становится просто. А сотрудникам транспортных предприятий в последнее время такие помощники стали просто необходимы, уверяет водитель со стажем Сергей Касин. Водители такси постоянно мешают на остановках. Есть и другие нарушители. Нарушают, как бы, в основном, как бы, видают. Ездят на красный, с 12 пор приезжают. Может быть, за день машинок 6. Теперь в рабочем дне водителей появилось и еще одно правило – следить за дорогой внимательней. И не только за собой. Увидев нарушение, можно сообщить диспетчерскую по рации. Сам водитель при этом правил не нарушает. Рации можно перевести в режим громкой связи. После передачи сообщения сотрудники ГИБДД оперативно реагируют. Как, например, сегодня. Снимают с водителя свидетельские показания в ближайшее же время. Данный водитель является свидетелем. У него имеется видеозапись. Значит, сейчас установим его установочные данные, перепишем сотовый телефон и на конечной остановке транспорта просмотрим видео для дальнейшего сравнения с дисциплинарным материалом. Видеоматериал с регистраторов могут просматривать и диспетчеры автопредприятий в конце рабочей смены. Если нарушение четко видно, видео отправляют дорожным полицейским как вещественное доказательство. Оно может являться доказательством, тем же самым доказательством административного правонарушения, как и другие. Тот самый институт свидетелей, который принят у нас в стране и не менее учитываться в судах либо других органах, которые рассматривают протесты на данное правонарушение. Вот пешеходный переход, обозначенный знаками слева и справа. И если будете смотреть так внимательно, движется пешеход. Транспортное средство, которое должно в соответствии с правилами дорожного движения, пункт 14, предоставить преимущество движению. Кстати, такой метод работы многостороннего направления. Чтобы следить за другими, ты сам в первую очередь нарушать не должен. Видео с регистратора может зафиксировать и нарушение самого владельца камеры. С коллегами тоже проводится профилактическая работа. Ежедневно вызываем на комиссии по безопасности дорожного движения. И за все нарушения, которые они делают у нас по положению нашей администрации, вносим штрафные санкции. Пока регистратор установлен на 70% всех автобусов и троллейбусов города. Но уже сейчас, отмечают в ГИБДД, выявлять нарушителей на дорогах стало легче. Ирина Сырцева, Дмитрий Подлевских, Бюро новостей Давича.